Добрый день. Вы знаете, переискала с нового поступления, и это пальто я обязательно хочу, чтобы вы посмотрели. Мне оно нравится вообще очень. Оно, наверное, по статусу идет с тем синим, которое видео прогрузим дальше. Итак, длина изделия в данном случае 125-123 сантиметра. Начинаю пальто показывать без пояса. Настоящий кашемир Лора Пьяна в отделке, очень большой воротник английский, во-первых, идет не сэкономленный, и идет, конечно же, аукционная канадская норка. Далее, посмотрите, как зрительно стройнит эта модель и этот, конечно же, черный цвет. Хочу показать по стилю халат. Никаких пуговиц здесь нет, потому что сам кашемир Лора Пьяна, он цепляет своими волосками. Это статус, это теплоотдача великолепная. И вот таким вот образом, конечно же, это пальто, эта модель, она убирает и стройнит размеры. Дальше, если вы получили и пальто немножечко по рукаву длинновато, не торопитесь обрезать, можете вот таким вот образом просто загнуть. Выигрыш, плюс этой модели, то, что к низу идет А-образный силуэт. Это очень большой плюс. То есть оно собирает фигуру, а к низу у нас с вами идет чуть-чуть на А-образный силуэт. Стоимость изделия сейчас пока хорошая, 114 900. Так что вот примите решение, но я думаю, что стоит наравне с синим его рассмотреть. Карманы прорезные, и, конечно же, кашемир Лора Пьяна практически никогда не делается на подплате. Идем дальше.